Всем привет! Мы приехали в парк. У нас сегодня выходной. Мы будем отдыхать. Погуляем немножко. Красавцы сидят. Лёша, Тимон. Сидят и кричат. Ты хочешь их покормить, Тим? Ну да. Тим, аккуратно. Хочет их покормить, а они не хотят кушать. Держи. Тимочка, они, наверное, не будут к себе так садиться. Такие вот кокодухи. Храбрые. Приветики. Приветики. Ой. Тимка, ну все, хватит. Я боюсь. Все, Тима, я боюсь, пошли. Сейчас мы возьмем кофеек и пойдем дальше гулять. Ну вот они летают. Вот такой мы делаем круг. А вообще парк огромный. Огромнейший. Мы, наверное, одну четверть даже его не проходим. Вот это наш любимый прудик с лебедями. Мы их кормим. Вон они, красивые лебеди. Лебеди и гуси. И гуси. Гусак. Привет, дорогуша. Привет, дорогуша. Сейчас Тимка их покормит. Гусака и лебедь. А здесь, Тим, в основном черные, да, лебеди? Здесь, да. А там... Ну, давай. Куксит, куксит. О, ибисы бегут. Ибисы, ибисы. Страшные такие. О, 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 пошли, пошли, пошли. Ну их когда много, они меня, честно говоря, пугают, если их много. Тима, ты всех хочешь, и там тем кидаешь, и этим. Слышишь, он говорит? Ну-ка скажи. Вот, вот он говорит. Ты какой умница. Слышишь, как он говорит? Тима. Ой, они разговаривают. Че, Тимочка, пойдем? И вот пришел такой умница. Целый кусок. Ничего себе, ему повезло. О, ибис украл. Усик. Ну, мы пришли в магазин. Мне за колготами, конечно же, зашли в Лего. Вот такой вот классный Бэтмен. 14+, Тима.
меня своя бумага. Хо-хо. Я могу. Ты могёшь. Но мне лично очень нравятся вот эти серии с Гарри Поттером. Тимка, тебе как-то они не очень, да? Не, мне не нравятся. Тоже нравятся? Да. Ой, это как у тебя, вот, Фантастик Бист. Как мы покупали, показывали в сторис. Лего Сити. Я вас проведу немножко по нашим магазинам. Ну, вот эти вот штуки. Вообще, вот такой вот бардак обычно в магазинах царит. Я знаю, какие хорошие. Да. Но я сейчас просто хочу показать, что еще. Мягкие игрушки. Ну, не самый большой выбор, но это так себе. Майер. Не знаю, Барби какие-то все страшные. Монополи. Скрабл. Одно время мы часто играли в игры, но вот что-то пока у нас перерыв, да, Тимка? Ну какие хорошие, покажи нам Лего. Лего Сити, да. Хороший, хороший трейн. Вот это. О, да. Слушай, они золотоискатели или кто они? А, они копают туннель. И, ну, они как... Голдмайн, да-да-да. Ну, там медведь, вот это хороший. Вот это хороший. А вот этот хороший, смотри, какие прикольные. Вот этот, да, он хороший. Но для девочек, наверное, больше или все равно? Все равно. Прикольные, мне нравятся. И сейчас вот мы начнем вот эти штуки. Ага. Это по цветам они красивые. Ну, самый лучший. Так это мы уже поняли. Самый лучший, наверное, самый дорогой в магазине. Но, наверное, самый дорогой вот этот. Паровозик Томас энд Фрэнс. $200. Что, Джоки? Томас. Ну, это что-то нормально для такого огромного. Тимочка, наверное, он бесплатно. 399 долларов. О май гад. В общем, это такой этаж с игрушками, с детской одеждой, с товарами для дома и с чемоданами. Ну, вот такой странный микс. Ну, это вот все продается в Австралии. Но я не плачу, не знаю. Ну, все, наверное, сейчас это тенденции. Везде одни и те же вот эти деревянные короба, глиняные кувшины, корзины, лампы. Искусственные цветы, не знаю. Вабьяга против. Ну вот все это французский стиль, птички, шары. Это фейк, дайте. А здесь полотенца, посуда. Но у нас дома вот в основном белая или черная посуда. Я люблю, когда белая или черная. О, давай телевизор. Сейчас Тима посмотрит телевизор. Тим, ты иди смотри телевизоры. Тут еще телевизоры. А я покажу посуду. Вот это мне понравилось, симпатичное. У нас этой фирмы просто черные тарелки есть. Ну, прикольно. Но у них откалываются края. 14,95. Made in China. Ну, такие неплохие, увесистые. Такое, такое. Но у нас есть знакомая, которая сама делает глиняную посуду, поэтому у меня есть ее кувшин, поэтому это больше интересно. Ну, вот что-то такое. Такое.
Наверное, если бы я меняла посуду, я бы опять взяла бы все белое. Ну, это такой шик, мне нравится. Хорошая белая посуда. Тимка, смотри, какие. Такие детские тарелочки. С пупсами. Что, Мася? Тиме скучно, Тиме скучно. Тима, покажи, какие тебе нравятся тарелки. Давай, выбери нам, покажи класс. Так, это вот тарелки от Эллен. Так, ну вот Тим у нас тоже приверженец светлых тонов. Тим, у нас такие же, только черные дома. Да, я знаю. Что тут? Вот это что-то интересное. Вот эти симпатичные, да, вот эти классные. Ну, что-то такое однотонное, наверное. У Марисы ему бабушка делала. Не, у Марисы. Да, эти, кстати, очень красивые. Кстати, вот эти классные. Мне нравится, что они такие неровные. 14,95. О, нам надо достать. Они новины. В Японии. Достану. Такую огромную? У нас нет. Они все... Да, все вот эти доски. Да, вот эти красивые под японскую посуду сделаны. Все доски, я их все время кладу в посудомойку, и у меня ломаются. Только тонкие ломаются, но эта Тима у нас не влезет в посудомойку. Вот это, ее не надо будет чистить, не потому надо, что она смыла. Просто можно так сделать. Какие-то странные грибы. О, покажу вам маримекко. Маримекко я очень люблю. Ну, как бы они такие на любителя. Это шведский бренд маримекко. У них все вообще, и одежда, и посуда. В основном это такая скандинавская графика. $35. Тут уже так прайси. Сейчас, малыш, маримекко. Тут у них текстиль домашний. Ну, знаете, наверное, очень распространенный вот этот принт у них. У них много своих принтов. А, вот их дисплей. Симпатично. Ну, вот мне нравится вот что-то такое. В стиле 60-х. А, вот. Спасибо. Попробовала вот это. Новый Миу-Миу Твист. Я не знаю, он, по-моему, вообще ничем не пахнет. Просто без запаха. Тима Гуччи. Ну и намат, конечно. Симпатичный, терпкий такой пряный аромат. Ну, не знаю. Наверное, все-таки не мое. Так, а сейчас попробуем вот эту Миу-Миу Лёвлз. Откроешь, Тим? Пожалуйста. Ну, милая такая роза получилась. Ну, не знаю, мне кажется, она вообще будет нестойкая. Но вот твист я вообще не поняла, честно говоря. Ну, отдельная, конечно, история – это их флаконы. Они бесподобны. Вот такой вот. Ну, вот тут такой большой стенд Inglot, там L'Occitan, сейчас будет MAC. А я тебе не говорю. Тима говорит, зачем ты мне говоришь? Вон L'Occitan, вот MAC. Вот такие шопинг-центры. Ничего особенного, как везде, мне кажется. Ну что, Тиффани, естественно. Шанельчик там. А мы идем вот в Дэвид Джонс. Не, мы идем. Мы заказали ланч.
Что у нас? Пицца Маргарита. Очень вкусная здесь пицца. Тем, где есть базилик, не ешь, я тоже хочу. Чипсики, кофеёк. Такое вот милое место. Сим, так я сама возьму. Нет, потому что я не буду. А, ты не будешь базилик? Нет, ты можешь на любую пиццу. Так, ну все, вот мы вышли. Вот оно, кафе было. И мы идем уже на парковку. Там вот чаи. Вообще классный, классный этот магазин. Я его очень люблю. Всякие штуки. Тут можно провести конференцию. А здесь можно попить коктейльчики. Суши. Ага, там суши, сифуд. В общем, все очень прекрасно, мне кажется. Красиво. Здесь шампейн-бар. Можно взять устрицы. Здесь лимонад. Здесь Тимин лимонад. Тим, пойдем шампусик снимем, какой нам нравится. Шампанские вина у нас тут. Всякие разные. В общем, хорошая секция. Это вот это. Красиво, да. Все прекрасно. Вот, кстати, одно из моих самых любимых шампанских вин. Очень люблю. Вот такой классный-классный бутчер из сыры. И все так здорово. И мне очень нравится вот эта стенка, которая к лифтам нас ведет. Прикольно. Покажу вам, какие колготки купила. Купила черные, вот такие леванты. Супер софт люкс. Черный цвет, размер tall. Я всегда беру высокий самый размер и самый как бы такой большой, чтобы в них было комфортно, чтобы они не сползали, хорошо сидели. Они очень мягкие. Ну, люблю я, вот, когда колготы мягкие, не блестящие, иначе все чешется. Не люблю, когда такие они, плохой состав. Тут прям они прям вообще мягчайшие. Цена у них 19,95. И купила еще две пары колготок. Они были, оказались на спешл. Там какая-то вообще у них акция была. Сначала взяла вот эти красные, не могла не взять. Нам с Тимой они так понравились, такой клевый цвет. Очень мягкие, тоже размер extra tall, bright red. Думала вот носить с каким-нибудь платьицем, просто вообще замечательно. У меня еще есть красное пальто, в общем, такой красный Дед Мороз буду, короче. Ну, прикольные, очень хорошее качество. И когда я узнала, что они еще по акции со скидкой, я еще взяла такие же темно-серые. Ну что, в хозяйстве пригодится. Зимой я люблю носить колготы, но достаточно сложно найти, чтобы был такой приятный мягенький состав. И там у меня новинка, новый парфюм. Не буду пока говорить, какой, но по коробочке, наверное, понятно, что это Фредерик Маль. Если мы говорим про колготы, то на все я потратила 3 пары колгот. Ля-ля. $31, потому что они вот эти вот, которые раньше стоили 12,95, были на скидке, и получилось недорого. Так что вот такие покупки, собственно, мы шли просто прогуляться, но колготы они нужны, показала. Записала для вас видео, нанесла новый тональный крем. Для видео идеальный, но для обычной жизни очень-очень сухой, даже пришлось нанести этот хайлайтер, чтобы немножко так живость лицу придать. Сейчас покажу. Это Hourglass. По-моему, он у них вообще один, этот тональный крем. Прикольный. Прикольный для видео. Вот блогерам я бы рекомендовала, потому что лицо вообще не блестит. Но для обычной жизни он такой прям очень плотный. Сейчас покажу. У меня маленький пробник. Вот Hourglass Vanish. Ну, это, я так понимаю, мой тон, оттенок. Прикольно. Я взяла у них пробник вот Hourglass и взяла 2 пробника NARS. Такие Shea Dewy и еще какой-то All Day. В общем, All Day какой-то еще. Ну, как будто бы это их бестселлеры. Ну вот, Hourglass, он такой, ну он классно перекрывает все, но
Ну, для обычной жизни очень такой тяжелый. Не знаю, не видно, наверное, тут. Ни камера не фокусирует в своих любимых клипсах. Сняла новое видео для вас. Не знаю, какое видео выйдет первое, это или то. Вот, я одела красные колготки, мы идем в гости. Нам очень нравится. Ля-ля-ля, пум-пум. Но они очень симпатичные. Идем в гости, нас неожиданно пригласили, папа наш уехал, мы с Тимой вдвоем. Ну, мы не можем отказать.